Молодая шуянка бросила вызов мужчинам-тиранам. Страшно подумать. По статистике, каждые 40 минут в России от домашнего насилия погибает одна женщина. Зарыть топор войны. Женщины, пережившие насилие, делают перезагрузку. Спасение Вергузы. Сколько стоит очистить километр реки? Русло реки было полностью затянуто болотной растительностью. В шаге от экологической катастрофы. Чем грозило обмеление реки и как сейчас себя чувствует Вергуза? Чудо-выставка. Как экспонаты помогают бороться с пожарами. Количество пожаров в Ивановской области снизилось более чем в 3 раза. Страшный пожар в роддоме. Какую цену заплатили пожарные за спасение жизни малышей?